name Saul. Так первое сколько там по времени? Там первое на, грубо говоря, где-то минут, наверное, на 40, а вторая там повырезать придется много, не могу сказать пока точно, но где-то так же будет. Нормально. Короче, ты мне рассказывай, что тебе там творится. Ну, у меня тут ты увидишь. I don't need a weapon to kill assholes like you. Че замолчал? Убил трех чуваков. Сейчас стрел конем сможешь. Ну, у тебя палатка покруче была, так нечестно. Ты пишешь, да? Да, что-то только в руках у нас не... Мне кажется, мне надо просто незаметно прожить. Хорошо. Мне вообще она говорит, типа, не буду вылазить, пока не найду нормальное оружие. Ну, блин, а где вы опять-то тут? Как ты вообще прыгнул? Открыто достижение тихих убийств. Да. А как тихо потихоньку убивать? Ты спину заходишь. У меня тут получает четвертый подряд спина. Вот сейчас я точно пройду. Только не вижу чувака, который с оружием здесь. А вот он. Ну я тоже. Двоих уже убил. Незаметно. А сколько надо убить так? Не знаю, что-то у меня их опять здесь тогда стало. Тут, блин, этот электрошок, это вообще... Thank you.
тебя, не у тебя, так много. У меня они все прут и прут и прут. Да вот я своих завалил, сейчас вот ползу туда. Так, видимо, к тебе приплылся. Блин, это пипец. Вот я опять здесь. Или я в самом начале, или нет? Нет, я опять за пушкой какой-то стрелять могу, зарежу. А, ты контрольная точка была? Да. Ну, видимо, по контролю мы проходим. О, я вижу тебя. О, я в разные камеры могу перекидываться. О, я вижу тебя, как ты делал где-то. У тебя какой... Как выглядит помещение? Ну такой коричневый такой, такой под старую больницу сделан. Я, блин, в трех помещениях каких-то, но я нигде тебя не вижу. А я камеру, я не на камеру. Мне пригибаться бы научить, мне тут одно место, если надо пригнуться, но я не знаю, как это сделать. Я сейчас, походу, пройду до этого места. Ты до двери, если дойдешь, я тебя, кстати, по ходу дела увижу, потому что я вижу дверь с паролем. Там такая светлая комната. Да, ну, да, давай. Я тебя прикрою там. Подожди, а чуваки здесь пройдут? Там в одном помещении уже этот появился. Чувачок, да? Да, чувачок. Сейчас он мимо пройдет, мне его захуяли. Он в какой-то закрытой камере. Вот он как ходит, бля. А, вот ты, тебя вижу, да. Вот пароль. И какой? Знаю, сейчас посмотрю, может здесь что-нибудь есть. Где ничего не написано. Трехзначный. Пароль трехзначный. Блин, ну что вот посмотреть надо, не знаю, сейчас оглянусь везде. Я попробую на обум сейчас ловить. А, сейчас подожди, тут дверь есть, на ней походу делал. А, нет, на ней пока не написано. Неправильно. Тебе опять это что-нибудь? Да, они по одному заходят сюда. Я вот пароль ввожу на обум. Сейчас попробую тебе помочь пароль вводить, я потому что за дверью здесь тоже. Ну давай. Я, короче, неправильно ввожу. Знаешь, как сейчас сделаем? Стой. Ага, все, я пароль узнал. Ты узнал пароль? Я пароль узнал. Так. Сейчас скажу, бля, забыл какой-то, по-моему. Вот так. И вот так. Нет, не такой. Сейчас, секунду. Сейчас скажу, какой пароль. Знаешь, какой? Запоминай. Но. Ты дверь эту видел? Да, вижу. Сейчас, подожди, я тебе скажу, какой пароль. Я в решетку спрятался в этом ящике, когда сейчас чувак подойдет, проходи через эту дверь, я подсмотрю, потом кнопки хи нажимает. А, тебе надо посмотреть. О, я тоже туда подсмотреть, что? Планета, очки и звездочки. Все. Готово считать. Там зомби как-то разные. Сейчас, я к тебе иду. Какая планета, кстати? Ну, типа атом. Ага. Потом такие вот типа очков. Ага, и? И звездочки. Ну, и только тебя здесь нету, чувак. Я открыл. Ну, я тоже открыл, но тебя здесь нету. Здесь зато много чуваков.
Я в какую-то херню прополз. Ползу дальше. Я нашел эмблему. А вот все этой комнаты, да, кстати. Эмблему я тоже нашел уже. Я ее успел. Я куда-то еще пойду. Я, походу, дело до тебя дополз. А, нет, я... Блин, теперь, видимо, тебе надо дверь открыть мне. Ой, они бесконечно прут здесь, короче. Какой пароль, короче? Бля. Планеточки, звездочки, я помню, но у меня здесь рубит эти, к сожалению. Ну, может, ты теперь введешь пароль? Я не могу, я тут свою дверь открыл, теперь я стою и жду, когда ты мне дверь откроешь. Меня убивают. Все, я бегу вводить. Так. Вот, я там дальше стою. Ты в 20 метрах от меня. Я так счастлив, не поверишь. В 22, 21. Там эмблем. Ага, эмблем надо взять. Тык-тык-тык-тык. Ух ты, да ты уже вообще тут. Нифига. Привет. Открылся. Ништяк. Мы хоть прошли. Джейк! Ну да, да. Да ладно, чё вы прям как это... Как дети малые. Where are we? China. Obviously, but where? Why? Don't know, don't care. Блин, а? There's no end to being their guinea pig. Так ты помотал головой. What did they do to you? Plenty. He said something about using my antibody. To enhance the C virus. Oh no. What else did they say? You know anything about an Albert Wesker? What? Take that as a yes. They talked about him. A lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he... abused his gift, took it for granted, ended up turning himself into some kind of monster. You know, I thought dear old dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, he was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true. Just saying. The man that I am, things that I've done, at least it all makes a little bit more sense now. You can blame your father all you want, but at some point, you have to take responsibility for your own actions. Let my superiors know I'm okay. But first, we need a way to contact them. Сейчас я переключусь, только то я
Стреляю тремя пулями сразу. Так, пистолет. Все. Сверху. Я какой-то личный жетон нашел. 01, да, показывай сейчас у тебя? Да. Может, в люстру выстрелим? Подожди. Прям-то мне так кажется, что надо в него выстрелить. Нет? Падают. Вон они еще бегут. Люстра стоит. А, мутируют. Тоже не хотят сюда идти. Здесь дверь какая-то. Комната. Здесь еще одна. Дальше можно. Ну, с таким оружием прятаться нам не надо. Молодец. Я так же сделал. Хорошо. Сейчас пульма осталась. Да. Что, кого-то нашел? Вот в эту дверь надо ближайшую пройти, как будто в эту. Ага. Тут это, видишь, патроны, все дела. Капец, пол. Знаешь, что мне это напоминает, это вообще помещение? Немножко напоминает. Первый... Это... Если Resident Evil 1, Resident Evil. Да. Ключ, ключ, ключ.
Понял. Ему хорошо очень. Вот этому точно хорошо. А этот застыл. А тот что? А застыл, да. Мутирует, мутирует. Ого. 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 Что-то новое прям. Да. Такого я не видел. Куда делся? А вот я лазер развивал, который ты не развивал. Там одну комнату не проверили, еще зря что бежишь. Видишь, ладно. Да. I'll tell you this, it took a lot of money to build something this big. No kidding. I never saw anything outside the one crappy room they had, man. Here you go. Я так не могу. Ну да, тебя с той стороны. Опа, люди. Нет, за что? А, не мутирует. Это магнум, детка. Да я не люблю эту коробочку, мне не понравилось. Не надо, не надо. Вот смотри, это вообще походу резиденция Umbrella в Китае. Подожди, ладно, ладно. Ничего там. I think this might be a way out. So, do you know where to go, or do you have to check with your boss first? Yeah, we'll be operating blind without any instructions. You need to touch base.
Bring medallions for the west. Says it takes 10 medallions to gain passage to the east. Жетон ввожу, давай. Подбрось меня, или нет? Подожди, да. Иди сюда. Где? Ну, а, вижу. Да, нам... Бегу, 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 бегу. Ну, сколько раз так и не пришли сюда в этот год. Приходили же вроде бы. Приходили, да. Ты сказал, что попахивает лабораторией, как бы. Data from your experiments. It's all right here. Why don't you call your boss? It's me, Sherry Birkin. Yes, he's okay. We were detained at a facility in China. Really? All right, I'll send you our exact coordinates. They're already here in China. It's over. We're saved. Hallelujah. So are you ready? Done. Now let's get the hell out of here. Let's go. This guy's earned much for conversation. Good. I was sick of this place anyway. Подбрасывай меня сразу. Are you kidding me? Oh crap! Run! Не могу, нет, бегу, бегу, бегу. Подлечись. Стараюсь. Это что такое? Пошли отсюда. Да нет. Не может таракан. Нет, секунду, пожалуйста. В контрольной точке я ответ пойду. Там сейчас. Jesus Christ! Беги, на проблему снимай. И от пушки уворачивай. Сюда, сюда, сюда. Все, прыгай, прыгай, прыгай. Не прошло и полугода. Да. Ну я сейчас. Я тоже. Блин, нам туда наверх. Держи, он пострелять будет. Здесь, видимо, просто бежать, 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 бежать. О, сзади меня новый таракан тоже. Сейчас дернул, дерчак какой-то.
Не прыгать, прыгнуть надо. Тебе, туда. Я мне не получится. Давай, самое время. How the hell do I get over there? I could swing off that statue if I got it to the right angle. Я не могу, так давай, рули. Я не могу прыгнуть, давай. Попробуй сделать так, чтобы он прострелил что-нибудь там, я не знаю. That works. Let's try it again. Да, какую статую он должен сломать титан. Ко мне мобы идут, идут, я уже взрывать там еще. И что, куда мы стоим? Ты что, встал? Шерри, I found a fight, just hold on! Okay! Я не могу держаться, мне просто хп кончится. Главное ехать побыстрее. Мы сделали это. А, все, прошли? Отлично. Прошли, конец главы 3. Это,